Привет, подписчики, спонсоры и гость этого канала. С вами по-прежнему Аракис. Это 9-й выпуск из рубрики «Некромант ищет сундуки». Я вам покажу по видосику, по своему же. Вот, соответственно, смотрите, здесь сейчас подтянется курсор. Видите, да? Когда вы будете проходить первый раз свою библиотеку, неважно в каком режиме, желательно пройдите, чтобы вы там никому не накосячили. Слева от большой книжки, слева, вот здесь вот у вот этих полок будет свечение. Вы подходите, и вам дадут здесь ключ. Далее выходите с данжа или добиваете его, в зависимости от того, когда вы взяли сундук, и идете вот сюда. Город Сребросвет. Бежим. Так. И вам нужно переместиться, как видите, вот к тому деревцу. Можно ли туда запрыгнуть или нет, либо просто поставьте себе, соответственно, лестницу. Так. И вот там оно будет находиться. Блин. Скиёж не хочет запрыгивать. Да. Вот здесь вот будет находиться сундук. Так как я его уже взял и открыл, то, соответственно, он у меня открыт. И сюда запрыгиваете. Я так понимаю, с питомца можно запрыгнуть сюда на изи. Да. И назад же вы можете либо телепортнуться, либо через зеленую кнопку. Откроете здесь сундук, получите свою плюшку. Возможно, это будет один из первых сундуков, который вы откроете, и он будет для вас типа скрытым, но уже не скрытым. Спасибо тем, кто смотрел это видео. Ставьте большие пальцы вверх. Если вам понравилось это видео, напишите комментарий любой. Также можете предложить какую-то дополнительную рубрику. И опять же, по традиции, напишите, кем вы играете, какой вы уровень. И самое главное, до чего вы уже докачались на арене 3 на 3. Мы сегодня тоже второй день активно походили на арену. Вот рейтинг вам, наверное, смогу показать, не смогу. Где у нас тут арена? Вот такой вот рейтинг. Бронза 3. Бронза 3. Да, вот так вот. Это за 2 дня. Кто-то больше набил, естественно, кто-то меньше. Это за 3-й день, получается. В 1-й день я вообще не смог походить. И мы ходим на арену только вечером, поэтому, видите, рейтинг мой не очень быстро растет. А можно ходить 2 раза в день. До вечера на стримах и в следующих подобных видео. Всем пока-пока.